что из искры разгорится пламя. А какое это не пламя? Это Ленин. Это Ленин. Но вы процитировали, что сегодня это тоже, в принципе, должно случиться. А какое пламя вы имели в виду? Вот что вы подразумевали под пламенем? Пламя борьбы за рабочее дело. А, что, что я еще мог подозревать? А... Когда рабочие осознают сначала свои тред-юнионистские цели, то есть чисто материальные цели, улучшение условий труда, сокращение рабочего дня, повышение зарплаты, что результируется через знак равно выражением сокращение эксплуатации, вот когда они их осознают, и осознают следующий момент, что все их тред-юнионистские достижения ни черта не стоят без политического господства, и начнут пытаться завоевать политическое господство, вот тогда из искры разгорится пламя.